Готовим баклажаны по-корейски на зиму. Это очень вкусно и готовится недолго. Баклажаны нарезаем соломкой. Складываем в миску, пересыпая солью. Перемешиваем и убираем на 1 час. Перец также режем соломкой. Полукольцами нарезаем лук. Морковь натереть на терке. Через час отжимаем баклажаны. Затем обжариваем на масле до румяной корочки. Дальше измельчаем чеснок. Нарезаем петрушку. В миске соединяем морковь, перец, лук, горячие баклажаны, чеснок и зелень. Соль, сахар, приправу для корейской моркови и столовую ложку куркумы. Вливаем уксус. Все хорошо перемешиваем и настаиваем 2-3 часа. Прошло 3 часа, наполняем банки, слегка притрамбовывая. Накрываем крышками, стерилизуем 30 минут с момента закипания. 30 минут прошло, достаем и закатываем наши баночки. Выкладываю рецепт и немного переживаю. Так хочется, чтобы он вам понравился. Переворачиваю и укутываю до полного остывания. Готовьте с удовольствием, кушайте вкусно и будьте здоровы!